Всем доброе утро, дорогие мои. Ну, сегодня суббота. Я вам хочу показать рецепт самого хорошего, полезного завтрака с утра. Это лук с яйцом. Как это делать? И быстрый завтрак это. Не только полезный, но и быстрый. Лук надо вот так вот. Желательно, чем меньше, тем лучше. Вот так берете два луковицы. Можно три взять. Вот. Я делаю вот так вот. Я говорю еще раз, что чем мельче, тем лучше. Чем мельче, тем лучше. Лук – это очень полезный продукт для желудка. Большинство просто так яичницу делают, кушают. Это тоже завтрак хороший, но когда человек уже в возрасте, надо придумывать такие блюда, которые бы помогли бы быстро усвоиться в организме. А это, дорогие мои, лук. Лук – это тот продукт, который поможет кишечнику освоить поступающую еду. Итак, лук нарезан вот так вот. Теперь возьму два яйца. Обычно я все готовлю, но на этот раз яйца забыл. Берем вот так два яйца. Вот. Взяли два яйца. Перемешиваем вот так вот. Добавляем соль. Хорошо надо перемешать это дело с яйцом. Во все стороны должно это самое пропитаться. Затем берем манную крупу. Здесь она называется ирмик, в России, естественно, манная крупа. Добавляем манную крупу. Вот, получили вот такую смесь. Но, дорогие мои, надо это дело оставить на 15 минут, чтобы манная крупа пробухла, забухла. Вот, после этого добавляем щепоточку, ну вот так вот, муки, смешиваем и это дело обжариваем на сковороде с двух сторон, типа как оладьи. Это будет самый вкуснейший и полезный завтрак луковый. Вот. Всем хорошего завтрака. Делюсь, что знаю. Вот. Чтобы вам было полезно. Вам было хорошо. Вот. Это самый настоящий народный завтрак. Нормальный. Экологически чистый. Всех вам благ. Пока-пока.